університет, у мене Ковальова поснімає. Ковальова поснімає. Все одно ж на сайт викинуть, це ж рубль за 100 гривень, то що знімається. Університет, у мене не стоїть. Thank you.
сушки был, да, невероятно. Чтоб легко не было. Чтоб легко не было, сейчас цепь вообще на ноль вынесет. Зачем сначала два на ноль? Им мастерам, он из разряда коммунистов. Начались и перекрутки уже. Тут уже просто не успевает. Сначала надо два поиграть. Другую тему, быструю. Быстро и красиво. Беги, да, россияне? Не бегай перед этим. А ну да, 10 или 20 минут. Тут гимн снимаю. Шестой надо. Так вышел, так вышел. Доставь гладко. Шарик вроде был. Меня уже штатив занемел. Я не видел, не выдержу еще одной партии. Только надо нападать.
какая зарплата оператора видеосъемки? Силы заканчиваются. Домой. Ну да, кусок хлеба, Алёха. Да.
за пара. Да, весело. Нахера такую подачу подавай? Обмани, подай низ. Хорош, 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 хорош. Давай, давай. Что, 86, да? 8-6. В смысле 8-6? Нет, ровно, шутки. Ровно. 9-9, по-моему. Сам. Веселье. Сам. Веселье только начинает. Опа! Тяжело играть здесь, в этом зале. Очень тяжело. Тут и тренировка тяжелая, а играть вообще тяжело. Туча идет, прикрыла чуть-чуть. Изменение освещения туда-сюда, и все, и канат. Потом на больших скоростях это вообще очень сильно. Игорь, ты с кем будешь играть? А кто у вас за третий будет? А? Еще за выходом третий. Еще нету? Да еще рано. Еще борьба, еще за тут, наверное, мясорубка. Потом он, наверное, будет играть за выход, чтобы играть за третий.